Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Михаил Судаков. На этом канале я реагирую на кей-поп. Матвей Петухов, мой спонсор на Boosty, заказал мне песню. Песня группы Pristine 5. Пишется V. Это саб-юнит, если вы не знаете, группы Pristine. Группы не сильно счастливые, потому что она просуществовала по факту пару лет от силы. Она в 2017 дебютировала и выпустила 2 мини-альбома. После этого у нее ничего не выходило. В 2018 агентство Playlist Entertainment, обожаю его, обожаю, за то, как оно обращается, в кавычках, разумеется, с разными группами, исполнительницами и так далее, в частности, с Гаин. Вот, агентство сказало, о, у нас будет саб-юнит Pristine 5, потому что изначально было девчонок гораздо больше в группе, вот, и агентство заявило, что в эту группу войдут Найон, собственно говоря, Найон вы знаете по Produce 101, если вы, конечно, смотрели когда-либо это дело, Ро, Инву, Рена и девушка, которую я называю Пинки, потому что ее так называли в Produce 101. На самом деле ее зовут, конечно, Джоу Цзэцюн, ее еще Кюлькен знает под псевдонимом. Она китаянка, и вообще она очень клевая, няшная, красивая и т.д. и т.п. В общем, саб-юнит, как несложно догадаться, просуществовал тоже недолго. Этот единственный сингл, там две песни было, Get It, на которую я сейчас реагирую, и вторая какая-то песня. Все, больше от этого саб-юнита ничего не было слышно. Вскоре... в общем-то, и Pristine тоже развалилась. Вот. Спасибо еще раз большое Пледи, что она так сражается за свои группы. У них, в принципе, с продажами было непонятно полностью, полное, потому что у них сначала вот первый миник, он разошелся тиражом за 43 тысячи копий, потом следующие 27, и после этого, видимо, Пледи сказала нафиг. И так и получилось. Обидно, конечно, чудовищно, но тем не менее. Ладно. Товарищи, давайте смотреть, слушать. Спасибо еще раз Матвею Петухову за замечательный закат. Не забывайте, что вы можете тоже быть Матвеями Петуховыми. Ну, можете быть моими спонсорами на Boosty или заказывать мне песни прямо по ссылке в описании. Поехали, поехали. 3, 2, 1. Я промазал. Как можно было промазать по пробелу. Оп, стоп. У меня вот, я услышал какой-то странный такой пум звучание в наушниках, и в итоге я отказал, что у меня все отключилось. Давайте еще раз. 3, 2, 1, поехали. Медленно и драматично пока что. Pristine при этом был концепт такой более, как сказать, лайтовый. Какая Пинки клевая, слов нет. Интересно, какой был припев. Я искренне не слышал эту песню, совсем. Смотри на нее. До нее тоже. Я их обеих люблю по продюсу. Остальных девчонок просто не знаю. Интересный припев. Здесь чего-то причем не хватает. Хотя вроде мелодия есть, только она быстро пропадает. Вот этого не хватает, и этого побольше. Клетчатые мини-юбки, просто юбки. Это прекрасно, я считаю. Разгон такой даже не сильно соответствующий началу этой песни. Более энергичный. Здесь очень много фоновых звуков. Они реально несколько мешают припеву. Прям хотелось бы, чтобы он был чище. Как и, конечно, обтягивающие платья идут караул. Вокал, танцы,
внешность, все тут хорошо. Возможно, эту песню все-таки где-то слышал, но чуть-чуть буквально. Кстати, хороший переход был кадра с таким ударом ногой по земле. Я этот фоновый звук иначе как шум описать не могу, как будто что-то шумит. Не поймите меня неправильно, я там периодически морщу лобик и так далее. Мне в целом песня понравилась, она приятная. Мне просто обидно несколько, что они ее чуть-чуть не дотянули. Вот именно в припеве, там вот этот фоновый шум, я сейчас еще раз на него укажу, еще раз, когда дойду, собственно говоря, до второго прослушивания. Он, ну, странный, честно говоря. Вот, прям странный. Зачем он нужен, я так и не понял. Давайте слушать еще раз. А в целом, блин, ну, обидно, что Сабин с таким неплохим концептом. Но концепт. Смотрите, песня в целом драматичная. Особенно первая треть. Потом она немножечко в более такую стандартную превращается, да, но тем не менее. И, честно говоря, такой песне не очень подходит концепт. Девочки в мини-юбках и в школьных платьицах и так далее просто где-то там танцуют. То есть... концепта, если что-то пошло, к такового нет. Я когда говорю про концепт, я имел в виду скорее музыку. То есть вот в Пристин, по крайней мере, в Иву, да, первую их песню, когда-нибудь, может быть, я на нее отреагирую, она приятная очень. Там концепт есть. Там такие вот девочки веселые, ви-ви-ву и так далее. Поют замечательные. Здесь вроде как выглядят они так же абсолютно, а вроде как поют совершенно про другое и с другим настроем, скажем так. И поэтому немножечко в голове диссонанс. Но это, опять же, вопрос к Пристин, к Пледису, потому что Пледис, они известные специалисты, повторюсь. Вот начинается песня прям совсем драматично. Прям абсолютно в моем вкусе. Если ничего не путаю, на ее называли каменная на ее, потому что у нее такое каменное выражение лица иногда бывает. Да. Не, Пинки я прям обожал. Я был очень рад, что она попала в группу. Да и на ее, в принципе, тоже. Но Пинки особенно. Очень жалко, что у нее после этого карьера в кей-попе особо не сложилась. Вот в Пристин, спасибо Пледису еще раз, обгадился. Пледис обгадился, и поэтому Пристин группа закрылась. Сабьюнит тоже. Сабьюнит. И как-то все. После этого она в Китай уехала. Там тоже что-то как-то ничего не получилось. Эта девушка тоже очень миленькая. Но у меня просто, я пищу, как Пинки подходят абсолютные платья всякие красивые, да, такие женственные, и какие-то короткие наряды, и сексуальные, и все что угодно. То есть на ней любой концепт смотрится как улитой. Вот этот, слышите? Что там происходит на фоне? О-о-о, бум-бум-бам-бах. Что это такое? Я не понимаю. То есть вот этот син, который... Бам-бам-бам-бам-бам. Он в кассу, он мелодию сдает. Он помогает песне. Кадр отличный, должен сказать. Но что параллельно звучит, я не понимаю. Какой-то треск, какой-то ветер, кто-то шумит, кто-то кричит. Я не понимаю, там какое-то нагромождение звуков, честно говоря. И зачем оно в этой песне? В целом, минималистичными местами довольно, я искренне не понимаю. Опять, здесь же нет бардака на фоне. Здесь просто пам-пам-бам-бам. Звучит синт и идет рэпчик.
Да, разгон приятный. Хороший переход с искажением голоса. И опять шут начинает. Вот, не, в итоге я все равно наслаждаюсь этим припевом. Но, грубо говоря, если бы так я этому припеву поставил, там, не знаю, 8-9 баллов, да, из 10, 8, допустим, да, то так 6. Ну, просто потому что что-то там страшное происходит. Интересно, что сейчас Найон делает. Опять, здесь же нет лишних звуков. То есть могут композиторы. И вокал еще хорошо добавили. Здесь вообще только щелчки, вот это пом-пом, и на фоне сирены, окей. А здесь и шум, и вокалы, и все вместе. Несмотря на этот шум, песни у меня насладиться все равно получилось. И это очень хорошо, это очень приятно. А... Вот, ну было бы еще лучше. Ну, черт возьми, почему этого? Кто-нибудь, может, у кого-то есть специальная версия песни, в которой, может быть, нейросетями, может быть, ручками этот кусок вырезать, а песня была бы, на мой взгляд, заметно лучше. Ладно, спасибо в любом случае Матвею Петухову. Вот, я себе добавил песню, которую можно будет иногда послушать. Не обращай внимания на эти шумы, по крайней мере, постараться. Всем спасибо, всем пока. Не забывайте, что меня можно поддержать на Boosty, это делает Матвей. Потому что мне тогда можно заказывать треки периодически. Всякие разные, свои любимые и не только. Или можно прям прямым донатом. Главное, не забыть указать свое имя и название песни. А то недавно пришел донат. Там только по скрипту выпусти эту песню такого-то и такого-то. Я такой, от кого? Что за песня? Не знаю. Сижу, жду ответа, как соловей лето. Всем пока. Jump on me, my thing to get it. Nigga wanna get it. 내 맘속에 불을 켜. 누가 봐도 착한 날 달콤하게.